Для маленьких пациентов отделения онкогематологии Института неотложной и восстановительной хирургии Донецка Республиканский академический театр кукол показал спектакль «Цветное молоко». Кроме того, ребятам подарили полезные и вкусные подарки. Благотворительное мероприятие было инициировано аппаратом Совета министров ДНР совместно с общественной организацией «Воля народа Донбасса». Таким способом организаторы стараются привлечь внимание общественности к проблемам здоровья подрастающего поколения и показать важность детской социальной реабилитации. Спасибо. Нам очень приятно, что наше правительство, нашей республики ДНР заботится о детях. И не только о детях, но в частности детях, потому что это достояние нашей республики, как и любого другого государства. Но учитывая тяжесть лечения, тяжесть состояния этих пациентов, это вдвойне, может даже втройне более приятно и необходимо. Комментировать медицинские проблемы я не буду, потому что и так понятно, что это детская онкогематология, это детки, которые страдают тяжелейшими заболеваниями, лечение их длительное, лечение их необходимо не без вмешательства правительства. Сегодня мы собрали гуманитарную помощь в виде канцелярии для деток онкогематологического отделения. Детки больные, канцелярия в данном случае, там пластилин, краски поможет вот по-новому просто взглянуть на мир, немножко раскрасить просто серые такие будни больничные. Поэтому очень хочется, чтобы детки выздоравливали. Это действительно цвет нашей нации. И пусть выздоравливают. У нас сейчас очень трудное время, военные действия. И нужно поддержать деток, вселить в них надежду на светлое будущее, что они нужны, о них заботятся. И это очень страшное заболевание, им необходима помощь. Кто, как не мы, может помочь взрослые, правильно, детям. Мы привлекли театр кукол, общественную организацию «Воля народа Донбасса», привезли гуманитарную помощь и надеемся, это наше не последнее мероприятие и планируем продолжать в том же духе. Алина Черняева, Вячеслав Богачук, Новороссия ТВ.